В Германии бастуют бортпроводники крупнейшего в Европе авиаперевозчика Люфтганза и дочерней компании Eurowings. Из-за акции протеста отменены сотни рейсов из Франкфурта на Майне, Гамбурга, Кёльна и Берлина. По предварительным прогнозам, в общей сложности могут быть затронуты более 500 рейсов. Ожидается, что забастовка продлится почти сутки. Не вышли на работу бортпроводники с 5 утра. Они настаивают на повышении заработной платы. Чтобы накануне остановить акцию, работодатель согласился поднять оклад на 2%, хотя бастующие требовали повышения на 1,8%. Но профсоюз бортпроводников неожиданно выдвинул новые условия и призвал сотрудников и вовсе продолжить бастовать до 1 ноября. С одной стороны, бортпроводников можно понять, ведь они хотят лучших условий для себя. Однако, с другой стороны, многие летят в отпуск или летят к своим родственникам. Они тратили деньги на билеты, и в конце концов страдают именно они, пассажиры. Помню, как-то из-за опоздания самолета я провел ночь в аэропорту Гамбурга. Было не очень приятно. Я думаю, это нормально, если они хотят больших денег и лучших условий. Я отношусь с пониманием. Я сам часто летаю немецкими авиалиниями. В каждой стране может произойти такая ситуация, и это может быть любой авиакомпанией. Нужно уметь слушать и понимать, чего хотят эти люди.